На Ямале, как и по всей стране, за 3 года должны быть проведены плановые медицинские осмотры всего взрослого населения. Сегодня в городах округа началась диспансеризация. Для разных возрастных категорий определен конкретный перечень осмотров узкими специалистами и диагностических процедур. Все они будут проводиться бесплатно в поликлиниках по месту жительства. Обследование смогут пройти как работающие граждане, так и пенсионеры. Диспансеризация будет проходить в 2 этапа. Первый предполагает проведение общей оценки состояния здоровья, где пациент будет проходить тестирование на содержание холестерина и сахара в крови, электрокардиографию и флюорографию. Для женщин в возрасте 39 лет и старше обязательно к прохождению маммография.